Привет, друзья! Меня зовут Ирина Агапова-Маркелова. На календаре 5 декабря началась борьба за новый топ-10. И уже несколько человек моей команды занимают лучшие места. А это я занимаю 3-е место. Вячеслав Кабанов у нас на 4-м месте. 2 благотворителя, 21 волонтер. Юлия Бирюкова, которая постоянно в топе. 1 благотворитель и 145 волонтеров. Борис Маркелов, мой муж. 1 благотворитель и 63 волонтера. Валерий Коротков. Новичок, даже еще не успел оформить свой профиль, а уже у него оказание помощи на 10-м месте. 1 благотворитель и 2 волонтера. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 человек из десятки лучших, а это дорогого стоит. То есть половина топа уже занимает наша команда. Это говорит о том, что наша команда самая сильная в интернете. Другие команды можете даже не считать. Достаточно посмотреть все топы 10 и увидите постоянных активистов. Приглашаю в свою команду, ссылочка будет под этим видео на проект «Всем миром». Пока у нас методика по приглашениям бесплатная, скоро она будет в платном доступе даже для моих рефералов. Всем пока!